этот, да? Инцесторс. Ух ты, нихера себе. Уклешник. Уклешник? Моя клешня эволюционировала в уклешник, понимаешь? Не. Где-то здесь у меня, кстати говоря... Подожди, где мой глаз? Куда он потерялся? Тут где-то глаз. Чат, как ты думаешь, где мой глаз второй? Вот он, сука, все это время он тут. Чат, нам нужно создать что-то радикально новое. Мне это надоело. Давайте мы создадим... Что-то радикально... Так, убери это говно. Убери, я сказал. Убери. Надо что-то создать, ты знаешь, такое прям... А можно как-то это вообще, то есть, сбросить на прям вот, ну, на совсем уж отменить? Остановись, Артур, пожалуйста. Не-не-не, все будет хорошо, смотри. Все будет хорошо. Просто успокойся. Так, мы можем сделать следующее. Так. Оно будет прямоходящим. Я сразу хочу сказать. Сейчас, пока что укоротим. Угу. Через миллионы лет Люк Скайуокер будет доить молоко у твоего вида. Это он будет думать, что он молоко доит. Понимаешь? Так. Угу. Вы спросите, что это? А я вам скажу, я уже понимаю, что это. Так, хорошо, ладно, допустим. Я сейчас буду создавать настоящее произведение, понимаешь? Ну, не искусство, может быть, но, сука, это будет хорошо. Оно будет более традиционно, чем обычно то, что я делаю. Один вечер играю уже, то есть, что я обычно делаю. Но этого, сука, люди уже будут опасаться, я чувствую. Так. Нос можно немного поднять. Вот так вот, хорошо. Вот так. Go червей из MIP. Такое вот это вот скучное вот это вот все. Так, нам нужно. Нам нужен новый рот. Он должен быть какой-нибудь вот такой. Это более реалистичное будет существо, а не вот это вот то, что я делал. Так, клешни смотрит вниз, потому что... Не, вверх, потому что оно откусывает душу, понимаешь? Вот так, примерно так. И оно должно быть большое такое прям... Чтобы прям отвратительно было. О, сука. Далее, смотри. Теперь нам нужны вот такие глаза. Они должны быть вот здесь. Вот здесь. Такое вот прям, ты знаешь, отвратительное такое. Ага. Кто там названивает? Лизок, куриный сосок, спасибо за 21. Позитив, привет, стример, твое великолепное существо напоминает мне ситуацию, когда вышел поздороваться с гостями родителей, и тебе говорят, какой ты красивый. Плюс смотрю твичевское прохождение Vice City и ржу как конь, спасибо за прекрасные стримы, спасибо, что смотришь. Так, это самое, далее. Далее нам с вами... Подожди, а что тут еще по ногам есть? Ага, понял. Так. Так, сейчас. Вот так вот. Где МГС, в смысле? Ну, вот он. Мне кажется, какая-то банальщина получается. Я уже разочарован, на самом деле.
Так, хорошо. Что, Даша не сня... у Даши, походу, комп сломался. У нее этот... Внезапно комп начал резко шуметь и вырубился. Полностью наглухо завис. Судя по всему, это проблема с блоком питания, но я не уверен. Вот. И это очень нехорошо, на мой взгляд. После стрима и завтра я буду разбираться. Возможно, завтра не будет стрима, но, скорее всего, будет. Но, типа, этот вопрос нужно срочно решить. Ты же понимаешь. Так, хорошо. Ладно. У нас осталось 139 очков. Паук? Это еще не паук, господи, это просто отвратительное. Пауки, кстати говоря, ваше бро. Так, теперь нужно понять, как это существо будет хватать всякие вещи, понимаешь? Оно как-то должно. У него типа. У него будет сейчас такая срань, понимаешь, типа вот. Вот здесь, как будто у него. Нормальные руки. О, да. Так, так вот эту херь надо убрать. И вместо нее поставить, смотри, что. Во, видишь, и вот они и пригодились. Вот так. Но ты же говорил, что будет прямоходящий. Он прям ходит. Так, ладно, подожди. Ага, а еще на этих руках в ходе эволюции. Эволюция — это удивительный процесс, насколько вы понимаете. Была вот такая вот говнина. Сейчас я покажу. Так. Да что ты, сука? Так. Вот так. Зачем ты создаешь Австралию? Сейчас все будет. Смотри. Не, мне не нравятся эти лапы, на самом деле, какая-то срань. Что-то типа такого все-таки лучше. Он тоже ими может хватать. О, сука, вот он страх. И теперь смотри, чего не хватает паукам? Чего не хватает паукам, чтобы быть просто охеренными существами? Так, нет, убери. Чего не хватает паукам? М? Крыльев, да. Вот, все, писец. Давай крыльев им подарим. Пусть у пауков будут крылья. Представляешь, какая будет прелесть, если пауки будут летать? Вот это да, только это типа пархахоньки, они как бы норм. Ты одну пару ног убрал, да, я вместо нее поставлю. У нас все должно быть по... научно обосновано, понимаешь? У всего должно быть маленькие крылышки такие. Бег-бег-бег такие. Так. Подожди. Так. Так, смотрят они назад, примерно вот так вот. Fallout New Vegas, это Кассадора, да? Хорошо, и типа, у него пока что есть одна проблема. У нас заканчиваются деньги, но проблемы есть. Эта проблема в том, что он не ядовитый. Как это, сука, паук и не ядовитый, я не понимаю. Вот, надо как-то, но чтобы при этом это было красивое существо. Пока что это максимально красивое существо. Вот, допустим. О, смотри, какая срань. У него типа яд. Яд прямо, короче, тут. О, не, смотри, я придумал. Гемини, успокойся, пожалуйста. Можно ему поднять хвост. Такой вот отвратительный хвост сделать. И еще его вот так. И вот так, смотри. Огромное жало такое, сука. Так, это Саблиус, Моргенштерн. Я считаю, мы неплохо потрудились, да? Угу. Только надо его раскрасить теперь. Пакость какая! И оно летает. И оно ядовитое, оно членистоногое. У него есть жвало, и у него есть клешни. Это Сальпуга. Сальпуга не ядовита. Не, надо, чтобы оно яркое было и такое было. Ну, натурально, чтобы хотелось удавиться. Только клешни слабые. Да нормальные клешни. О-о-о. Это будет
Чадус ублянах. Новый вид. Это по латыни означает ужасное существо, понимаешь? Что за сосок вместо жала? Этот сосок будет наводить ужас на всех вокруг. Слышишь ты? О, я могу летать. Блять, это как яйца выглядят. Ребята. Слышь ты, нормально ко мне относишься? Пойдем со мной. Что ты злишься? Я тебе сейчас голову откушу. Ты знаешь, в нашем виде это принято. Ты чё, твою мать? Мне расцветка не нравится. Надо еще эволюционировать. Давайте кого-нибудь убьем. Ай, ядовитое говно! Сколько у них здоровья? Их Чирик зовут! Сеня вообще Чирик! Они вообще на 40... У них по 30. Так, выйти в главное меню. Но с Чириками пока что лучше не воевать, они слишком мощны для нас. Чирики злые, конечно. Значит, нужно сделать член. Нет. Добыть охоты 4. Так, вот у этих... А, это фублянахи. 30! Так, ну этот один, мы успеем его гопнуть, да? Он нас просто уничтожает! Нам нужно что-то, чтобы увеличить здоровье, у нас здоровья тупо не хватает. Статы у разных конечностей, свои статы. Ох, боже, как это скучно. Слышь? Кто там у нас, типа, любовью пышет? Мы что, эволюционируем? Да походу придется, смотри. Чат, придется переделать это существо, я понимаю, что оно всем нравилось, но оно просто не вывозит. Просто посмотри на то, что мы сейчас сделаем, окей? Просто смотри на это. Это существо было нежизнеспособно. Максимально нежизнеспособно. Смотри, что мы сейчас сделаем. Вот так вот. Хорошо, хорошо. Отвратительно. На самом деле, нет. Она красива. Бля, что с тобой стало? Смотри на него. Блять, как он тяжело управлять, что с его рожей. Надо покрасить его, он выглядит как-то неоднозначно. Эволюция — жестокая штука. Да нормально все, господи. Вот он. Вот он, красавчик. Я ничего не вижу. О-о, мы рили ничего не видим. Зато охеренно танцуем. А где крылья? Отпали в процессе эволюции. Здравствуйте. 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 Поговорить хотите? Куда ты? Дружить. Да с ним поговори. А я так не умею. Да пошли вы в жопу тогда все, ненавижу вас. Так, я пошел на базу, приделаю себе глаза, потому что меня начинает уже троить. О, сука! Атомное пятно! Пятно! Мне кажется, мы не особо подружились. 18! А, это наш. Слишком слепой. Это наш? Нет, ты нихера не видишь. Здорово! Сношаться давай. Похож на шмеля из деревни дураков. Блин, что это вышло? Какая пакость. О, блядь, ты посмотри на это. Я думаю, что у нас довольно дружелюбная морда, типа, и... В целом, с этим можно дружить. Рот закрой. Уродище. Ой, я придумал. Блять, когда я говорю, я придумал, все плохо кончается на самом деле. Во! Во! А теперь? Теперь? О, смотри. Ебать. Сука. Смотри на него, боже. У морды тоже статы есть, лучшие ставь. Укус и пение, я с этим могу петь. Какая пакость.
Не-не-не, это перебор. Типа, ну чё, тебе хана. Не-не, нормально. Чё-то оно выглядит максимально не очень такое. Типа, о, он будет ходить такой, смотри, типа, я иду убивать тебя, такой, о, сука. Вот, он будет, прикинь, такой будет бежать за тобой в темноте. Вот она, где самая дичь будет. Блять, он какой-то сломанный, он неправильно бегает. У него как будто ноги. Что с ногами, твою мать? Его, высу... Нет, это не... Это надо убрать. Слушай, у него реально сломаны ноги. Я хз, что с ногами. Но типа, ноги нужно как-то вот так поставить, может, чтобы они нормально работали. Он просто неправильно ходит. У него какая-то срань с ногами. Что не так с ногами? Он не грациозен. Мне сами по себе... А, ну все. Нет, эти ноги сломаны. Подожди, что ты делаешь? Ты встал? А ну-ка. Да что с тобой не так, твою мать? Нет ножек, нет и конфетки, короче говоря. Пошел ты нахрен, все. Так. Не плачь, сам виноват. Слушай, у него руки тоже, у него Наруто ран на руках. Чат, нам нужно это исправлять, нет? То, что они говорят. Наверняка гонят, нет? Куда ты полезла, блядь? Мне нравится. Что там еще снизу такое? Вы видите это, нет? Боже, как мы лазаем, это 10 из 10. Для них самих лотерея, что там, блядь, в следующий раз вылупится. Нормально все, что ты вот это начинаешь. Мы уже такие трупы, посмотри на нас. У нас даже ножек нету, чтобы убежать, понимаешь? Хера, они там влетают, смотри на них. Это габела, я не смогу тут выжить, скорее всего. Ой, еще боты. Закрой пока чат, товарищ модер. Наш мозг увеличился. По нам этого не скажешь, конечно. Я думаю, ножки все-таки надо приделать. Мозг — это сила. Существо продолжает развиваться, и теперь в стае есть место для двоих. А, теперь мы можем втроем ходить, я понял. Сейчас мы можем эволюционировать и создать себе что-нибудь абсолютно новое. А, я понял, почему сложно. Я понял, наконец-то я догнал. Я думаю, что-то сложновато. Наверное, потому что сложность стоит сложно. Да? О, смотри. А, это фублянахи, я думаю, какие-то слабенькие. Слушай, нам пришла пора эволюционировать, потому что непорядок. Так. Чат, ты уже практически эволюционировал. Уже практически все, понимаешь? Где нормальные полужопия? Так, полужопия должны быть хороши. О, дат S. О, да. Нормально. Надоело быть членистоногими. Давайте будем не членистоногими, окей? Типичный стример. Знаешь что? Это вообще-то... Я пытаюсь сделать красивый чат, но он не хочет этого. Я делаю чат, а он еще, короче, как обычно, вот это щи воротит. Но постоянно, понимаешь? Тёма? Нет, это жопу надо уменьшить. Не подумайте, я Тёмину жопу не видел. Нет, я видел Тёмину жопу. Нет, ну типа... Этот... Когда он приезжал, я просто физически не мог не видеть его жопу. Я имею в виду через это, бля, просто замолчите и всё. Голова большая, это же чат. Нет, ладно, это же чат, голову поменьше. Господи, никогда еще так сложно не было. Я сам не знаю, что я делаю, просто забей. Вот, да что ты ржешь, чат, сейчас все будет. Нет, не усугубляй. Смотри, видишь, какой... Боже, это же просто чат, алло. Походка, смотри. Все же хорошо, так.
Вот. Теперь он может плеваться ядом. Но не то, что плеваться, но тем не менее. Далее, кокетство второго уровня. Угу. Кому я льщу, господи? Ладно, допустим. Ага. И тут вот оно вот так вот прикрыто, да? Угу. Отлично. Пошли влапывать соседям. Вот тут вот обратный путь. Идем по тропе. Это тропа смерти. Кого находим, убиваем. Пока. Да пошел ты. Блин, его пацаны. Ну, сука. Чё ты такой немощный? Это просто писец вообще. Как это вышло-то? Ну? Почти подружились, изначально бомбанули. Ладно, последний раз, обещаю. В итоге, ты знаешь, эволюция странная хрень. Что бы ты ни делал, в результате чат получается. Сейчас они его замучают, короче, а я его добью. А он их. А я их всех добью, смотри. Куда вы пошли-то, алло? Он хилится, пока вы там тупите. Куда вы пошли? Так, это вообще нереально. Мы просто ему ничего не сносим. С ним можно подружиться и взять его в команду? Так, подожди.